Today I am with Svetlana. Hi. We will talk about how Ukrainians handle the current situation with Russian forces being at the border. What does it mean for us? How do we feel? Russia is handing out passports to the residents of occupied areas of eastern Ukraine and is attempting to move these people away from Ukraine. How did it all begin, this war, in 2014? Война пришла очень неожиданно. Мы всегда думали, что она идет где-то там, на востоке, а она пришла к нам, и мы были не готовы. Сейчас уже, конечно, немного по-другому. Сейчас уже ты за несколько лет морально понимаешь, что может быть, какие у нас соседи, и это уже не удивительно, то, что сейчас происходит. How do you feel now, knowing that the forces are again at the border and there's a threat of attack? Сейчас мои ощущения от того, что возле границы вражеские войска, конечно же, неприятные. Конечно же, не хочется, чтобы была война. А тем более у меня в России есть родственники, и которые тоже не хотят с нами воевать на самом деле. Я очень надеюсь, что этого не будет. Но в случае чего, скажу так, мы будем защищать. Защищать свою страну. Я знаю много людей, которые готовы пойти и это делать. То есть просто так смотреть на это никто не будет. Тобто ти точно, ну, якби ти розумієш, що ми хочемо бути частиною України, не Росії, так? Когда-то, когда я приїжджала в дитинстві к бабушке в Росію, у мене була мисль, а може я все-таки русська. Но во время Майдана, во время начала війни я для себе точно определилась, що я українка. Эта вся ситуація помогла самоідентифікації моєї і многих моїх друзей. І многие стали говорити на українському язикі, многие пересмотрели своє відношення к культурі, стали читати українські книги, смотреть українське кіно і помінялись внутрішньо. Ти відчуваєш, що тебе переслідують через те, що ти по-російськи говориш, особливо у Львові? Чи ні? Во Львове очень много русскоговорящих, и даже тех, кто коренные львовяне, поэтому я этого не ощущаю. Если я где-то не очень хорошо говорю по-украински, мне говорят, что ты паришься, говори по-русски. Да, да. Так что у нас в Украине полная свобода. У нас, скорее, даже в той части Украины, когда ты заговоришь на украинском, это очень дико будет звучать. Угу. Перед тем, как началась военная ситуация в Украине, был Майдан, и военная ситуация, естественно, вытекла из него. И мы все напряженно следили каждый день, что происходит в Киеве. И потом, как бы, у нас Майдан был с одной стороны, и мы все внимание направили на него, и тут вдруг с другой стороны у нас началась война. Это было очень неожиданно. И Харьков находится, в принципе, на границе с Россией, и он был как раз в зоне риска. И в то время я планировала покупать квартиру в Харькове, чтобы там уже остаться жить. Но вся эта ситуация, когда у нас под границей стояли танки, когда уже собирались сделать Харьковскую Народную Республику, у меня мысли пропали жить в Харькове, было страшно. Понимала, что в один момент может все произойти, как в городе Донецке, в котором все было хорошо, а потом захватили оккупанты, и все имущество, все квартиры, все машины, все отобрали. И то есть я думала, что я куплю квартиру, и все. И каждый день мы следили за новостями и, как говорят, сидели на чемоданах. В любой момент были готовы уехать. Я очень переживала, потому что у меня дома был кот, который не мог жить на улице. Я думала, что я уеду. Я представляла, как я убегаю, и кота бросаю, он умирает. Потом ко мне еще приехала мама, у которой распухла нога. И я думала, куда я еще маму дену, куда я кота дену. И было вообще страшно. И уже я готовилась убегать во Львов. В общем, еще над моим домом пролегала трасса, где летали самолеты и вертолеты. И каждый день, по нескольку раз в день, над нами пролетали самолеты с ранеными. И это еще больше нагнетало ситуацию. С какими ранеными? Ранеными из войны, из зоны АТО.
То есть я смотрела по новостям, и там говорили, что куча раненых, и тут же надо мной летят, и я вижу, как они летят, и я понимаю, что каждый день солдаты гибнут, и они ранены, и что это все не просто в новостях, это действительно по-настоящему происходит. Это был 2015-й? Ну, 14-й, по-моему, начиная, конец 15-й, 16-й. Ну, в основном это был, наверное, 15-й все-таки год. So now you know about experience of people who were actually there, waiting for the threat of war and just watching the war unfold in eastern Ukraine, and you can you understand how we felt, and you can see that Svetlana is talking in Russian, but she says that she's very comfortable in Lviv, and there are many Russian-speaking people in Lviv, and actually this situation with Russia is helping us to build and it shapes our identity. And so even Russian-speaking people who were not sure who they are exactly, they now realize that they are actually Ukrainian, Russian-speaking Ukrainian, and they are more interested, you know, to be part of Ukraine. So this is what this war has given us, opportunity to know better who we are. Do you want to add anything else? Еще меня очень сильно удивило во всей этой ситуации. Все вещи имеют две стороны, так и война. С одной стороны, плохая, разрушительная, с другой стороны, война очень сильно объединила украинцев. И чем меня удивил Харьков? Меньше всего я ожидала, что Харьков... как бы объединиться, очень много, потому что людей, которые связаны как-то с Россией, потому что она рядом, на границе, родственники и все. Вы с Харькова? Да. Скажіть, ви би хотіли бути частиною України чи Росії? Звісно, Україна. А чому? Ну, тому що я люблю Україну. І дуже мене удивило, що, во-первых, харківчани, вони вийшли на марш, движение було проти ХНР, проти вот этого всього, і вийшло несколько тисяч чоловік. Це було удивительно для Харкова, що заявили свою українську позицію. Потом харьковчане активно волонтерами были, помогали в АТО. Да, тоже меня очень удивило, приятно, то есть все объединились. И еще среди моих друзей могу сказать. Я как дизайнер, как человек-художник, не смогла быть равнодушной и хотела делать то, что я могу своими силами. Я рисовала всякие наклейки противовоенные, против той власти. Я их печатала на своем принтере, раздавала друзьям, сама расклеивала, ходила. Нет там всякому войне и прочему Путину. Даже в Россию ездила к бабушке, клеила там эти наклейки. Боялась, как через границу вообще меня хоть не посмотрят. Бабушка что сказала? Да, бабушка ж не знала, я ж сама ходила. Ну, просто там очень сильно со всем там милицией, они могут просто ехать на машине, тебя отследить, то есть, ну, тут у нас свободнее гораздо, да. Поэтому я очень, на самом деле, рисковала. Если бы заметили хоть одну наклейку. Ukraine is more free country, basically. Да. Также... кто-то пошел служить из моих знакомых, кто-то стал волонтером, кто-то стал капелланом. Я, как журналист, ездила с капелланами в зону АТО. Снимали репортаж, смотрели, общались с солдатами. То есть в стране начало появляться очень много таких мероприятий, которые помогали людям освоиться с военным делом, с медицинским делом, со спасательным делом. То есть страна очень быстро начала мобилизироваться, хотя до этого и армия была развалена, и вообще никто об этом не думал. Сейчас уже, конечно, люди больше готовы. Сейчас уже и появились отряды самообороны, и люди уже проходили многие и курсы, и службу, и были волонтерами. То есть уже многие люди готовы, знают, как обращаться с оружием, как себя вести в критической ситуации, как делать помощь, оказывать. То есть уже Украина сейчас не та, что Украина была в 2014-2015 году. Уже так просто нас врасплох не застанешь. Так что берегитесь, каждый, кто хочет наступить на нашу страну. Лучше с нами дружить. И приходить к нам на борщ в гости. Yes, come visit us to eat borscht with us, and also we stand strong in prayer and rely on God that He will protect us and our land. I was also there in March in Kharkiv, and exactly when Russian soldiers pulled to the border. Are you worried about what's happening at the border? Ви переживаєте, що відбувається на заборі? Дуже, звичайно, переживаю, слідкую за новинами кожен день. І просто переживаю, тому що
Раз вони стають біля Харкова, то це вони готуються до наступу, а не до, ну, до наступу. Ми не на кого не збираємося нападати. Так само, як і Грузія. Це смішно було, коли вони говорили, що Грузія на їх напала, сама на себе напала. Хоча, якщо подумати, ну, логічно, то якщо навіть і Донець і Луганськ, це теж наша територія, і, ну, рано чи пізно прийдеться її визволяти. It was really stressful, and I want to tell you that I saw a very strong face of these people. It was actually Catholic Easter back then, and I saw it was amazing prayer. It was amazing experience. And as we pray with Svetlana for Ukraine, her prayer is really powerful. Thank you, Svetlana, for this interview. Please tell me if it was interesting, and in the comment section, write if you have more.